делюсь рецептом, как приготовить бутерброды с сыром и авокадо. Это хороший вариант для перекуса, можно брать с собой на учебу или работу, берите на заметку. Вместо майонеза бутерброды можно смазать творожным сыром, авокадо выбирайте спелый, но не слишком мягкий, идеально подойдет сорт Хасс. Дополнительно бутерброд можно приправить гранулированным чесноком, готовится очень просто и быстро, а получается очень вкусно. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все ингредиенты. Хлеб подсушите на сухой сковороде до румяной корочки. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку, нарежьте авокадо и сыр на ломтики. Смажьте хлеб майонезом, а сверху выложите тонким слоем ломтики сыра. Жду ваших лайков и комментариев. Выложите ломтики авокадо на бутерброд, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Бутерброды с сыром и авокадо готовы, приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Необходимые ингредиенты. Хлеб, 2 штуки. Сыр, 80-100 грамм. Авокадо, 1/2 штуки. Майонез, 1-2 столовые ложек. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Количество порций, 1. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем пока!